Привет, дорогие подписчики и зрители наших каналов. С вами снова Шустрил и Джек Шепард, и я, Артур. Мы продолжаем играть в DayZ, и мы находимся, как и обещали, у Арфилда Западного. Мы сюда пришли не для того, чтобы найти что-то хорошее. Ну, это, конечно, прикольно было бы. Здоровайтесь, кстати, ребята. Привет всем. Мы всем здесь привет. Перехватываю эстафету. Мы здесь для того, чтобы нести смерть кому-нибудь. Да, поэтому умри, шустрее. То есть, возможно, и себе, да. Я вот заметил, кстати, посмотрите на небо. Видите там следы от самолета? В облака. Да. Прикольно. Мне кажется, или это значит, что мы должны найти выживших с этого самолета, который, скорее всего, упал. И кончить их. Надо будет новый ивент наш. Так, ну, пошли. А то сейчас вот так вот дурачки смотрят в небо, а там парень не всыкается в кустах. Ничего страшного. Мы его деморализовали, считай. Он от смеха усыкался. А теперь будет от страха. Все хорошо. Так, ну, в принципе, неплохо было бы найти GPS, так, и еще один ПНВ, третий. Но и совершенно не жалко было бы что-то из этого потерять. Потому что, блин, какой уже 8-й час идет записи. Из-за разных лагов у нас все не получалось снять нормально 3 серии. Но теперь, я думаю, все будет хорошо. Все? Будет. И на этих словах у меня хорошо, игра лагает. Отлично. Интересно, будет ли здесь там наша палатка? Нет. Не очень удачное место было для палатки, надо отметить. Что, в казарму кто-нибудь пойдет? Ну, конечно. Да, я. Я. Ну, только вы не гасите со своих пушек, я с СД разберусь. Не, ну надо гасить шипку. Ну ладно, то я буду сказать в крайнем случае. Сейчас такая секунда проходит. Крайний случай! Господи! Они меня окружили, окружили! Зомби уже здесь где-то. Лягай, они замечают. Кстати, обиживался, убрали. Да, убрали. Солгей. Патроны, флэр. О, 2 зомби идут. Лягай. Ляж. Конкурс самых грамотных. Мы пойдем другим путем, ребята. Вы давайте лутайте казарму, а я пока пойду посмотрю на весь Airfield и скажу, что там почем. Есть ли кто-нибудь? Ну, скажу, что почем. Давай так. Только зомби меня уже режут. Я не могу пройти тем ходом, каким я хотел. Как прикольно смотреть, как тот ползет. Дымовая граната, туда. Все туда. О, тут можно будет попить фляжки и восстановить. Ну ладно. Зомби любит дым. Так-то да. Чё-то как-то в потолок головой уперся маленько. Чё-то как-то есть такое немножко. А я не смог пройти. Здесь лежит М16. С патронами, со станагами. Кому-нибудь нужно? Здесь лежит АКМ. Бинт. Вот нам. Бинты. Патроны к Макарову. Вот это то, что нам нужно. А всякие АКМ и там М16. Это... Опусе засуньте. Да. Блин, я не пролезаю с этой бандуры в дверь. Здесь лежит маслом там АКМ. А, это ты видел, это АКМ, да? Нет, я другой видел. Вот тут еще один. Здесь лежат патроны для сами знаете чего. О, коробка с патронами! 20 станагов, 10 станагов СД. Ого! Мамин ёжик. Учитывая, что у тебя бизон. Станаг СД. Я готов выкинуть бизон, взять темку и сейчас все эти 20 станагов здесь высадить во все, что будет двигаться и идти на нас. Мне реально пофигу будет. Теперь ты понимаешь, почему я с пулемета сажу во все, что шевелится? Теперь я тебя понимаю. А тут, когда еще потому патронов... Потому что у меня слушай, а давай реально я сейчас бизон скину в этот. Положу на земельку. Кто стрелял? Я с пистолетом. Станаг СД, да ты просто офигеть. Я хочу положить свой бизон, набрать станагов с эмкой и бегать здесь и убивать всех. Можно, Артур? Нет, это слишком тупо будет. Давай все-таки какой-то цели придерживаться. Цель вот. Убить всех. Какой-то безопасности. Да, лучше возьми вот эту вот М16 и со станагами будь счастлив всю жизнь. А бизон, он неплохой, но... Ну, на этом его неплохой. Просто он неплохой. Че это было? Это был я.
И как это называется? У него, оказывается, по 64 патрона в одном рожке. Да. УПП такой. С добрым утром. Рожок. Если чё. Так, Джек Шепард, я все понимаю, но совсем уж тупить тоже не нужно. Давай. Ладно, пошли, я не буду бизон выкидывать. Нафиг он. Так. Блин, а вот эта коробка с патронами, это круто. Да что крутого, если не наши патроны? Не, ну я говорю, может, в смысле, быть, если тебе бы была наша пушка. Пригодится. Та М-ка, с которой я бегал до этого. Да нет, спасибо, обойдусь. Ты же у нас, тебя гнетет быть снайпером, тебе хочется тоже в гущу. Или уже передумал? Ну, когда меня Барретт не отпускает просто. Ну, как Артур говорил. Барретт не отпускает. Барретт, хотите верьте, хотите нет, в общем. Что такое? Ты где? Тихо все, я на взлетке. Ну, мы тоже на взлетке. А это слева что, тоже казарма или что? Не, ребят, зомбаки ходят, так, все, отмена, отмена безопасного состояния, зомбаки. Ты куда побежал? Я сижу на месте. А, у нас Поехали. Опять лаги. Да что ж такое? На пожарной станции у нас есть зомби. Ты что, Серёг, где находишься? На взлетке. Это ты по асфальту идешь, Артур? Нет, я... 438 метров труп человека. Мертвый зомби лежит здесь. Ой, короче говоря, нам нужно словиться всем вместе, чтобы как-то понимать вообще, где шестрилы находится, где что. Я вижу какой-то сен на этом. Мы из-за лага опять разделились. Чуть-чуть, тихо сейчас, если они будут его есть. Из него, по-моему, кровища хлещет. Я лежу, вот, Артур, где мы с тобой к дороге подошли, где нам выползать. Угу. Я здесь правее от тебя. Под елки. Я сейчас нахожусь... Может, установим записи, перезайдем как-то, потому что... Зачем? Я не знаю. А что ну такое? Ну что зачем? У меня Артур сидит на месте. О, что-то куда-то сделалось. Все нормально. Право говоришь? Проходите дальше, то есть вдоль, помните, вдоль стеночки, как вы путешествовали? Вдоль стеночки... Я Артура не вижу. Ну, к тем баракам, которые северные. Я понимаю, но нам сейчас нужно пересечь поле и в лес уйти, и оттуда подходить уже к тем Нет, баракам. Нет, поле пересекать не надо. Вы просто так, идите на север сейчас. Понимаете? Ну, Артур, тебя справа зомби ведет. Да, я знаю. Снимаю. Зачем? Палиться. Ну, мы вон там... Что ты предлагаешь? С СД сейчас палиться. Проходим на север, там, где эти бараки. Я становлюсь напротив них со снайперкой. Вижу все абсолютно, без всякого этого. Вы со стороны заводов обходите, и уже там сразу, ну... Ну да мы блин, же с противоположной стороны находимся от этих бараков, нам как-то по-другому придется. А там через заводы можно легко пройти, я вам покажу. Ну хорошо, сейчас мы, значит, двигаемся на север, вдоль на стеночки. Север. Вдоль стеночки я бы не сказал, конечно, но. Ну двигаемся, в общем. Так, как-то так. Ну я вижу там труп пари, и он меня немножко нагнетает. А паря-то свеженький, плюс зомбаки ходят. Да ладно, нормально. Зомбаки могли. Появиться от нас? Нет. Хотя нет, там скрина от нас. Дистанция сумасшедшая. Ой, нет, не вариант. Блин, я сейчас иду вас встречать. Я примерно знаю даже точку, откуда его убили. Там попрыгунчик. Видите такое где-то двухэтажное здание военное? Ну, рядом с ним. Вот ну я рядом с ним, только с северной стороны. У вас дымовых что ли нет? Было бы неплохо. Сейчас полиция, если там. Не, куда-нибудь в лес скинули и пошли. Джек Шепард, опять тебя плохо слышно. Что-то с твоей связью. Алло, я под северной стеночкой жду вас. Угу. Хорошо. Джек Шепард, ты специально на открытое место вылез? Нет. О, вижу вас. Ой, за вами два зомбака. Ну, это было ожидаемо, учитывая, что мы сюда пошли. Я стреляю. Я убью. У тебя голос стреляет. У меня? Да. Где они? Не-не-не, нет, никого зачем, ребят. Все хорошо, Джек Шепард.
Они мимо прошли. Морфин возьми. Патроны для М107. Ни черта не понятно. Морфин. Он сказал. Да. Морфин из Z там был. Да блин, а я что делать? Че, мне перезайти, что ли, конференцию? Ну да. Окей. Фонарик мне, пожалуй, не нужен, учитывая, что у меня есть ПНВ. Все в порядке? Во, шик. Шик блеск. Отлично, продолжаем. Ну что, ребят, вы будете выходить? Я был против того, чтобы сюда заходить, но ладно, давай выходить. Выходи, тут я вижу дырка в стене, в северной. Вот такая, может это даже просто конец стены. Ничего подобного. О, вижу вас, не в ту сторону идешь, Блэк. Не в ту. Я вон встал в елке, посмотри, впереди вас, я в елке. Вижу, лучше. Вижу. К тебе прыгун идет. К вам, у вас тоже зомбаки обложили. Я сейчас на пузо и... Вижу слева. Да. Как ты не попал? Отходи, Артур, беги. О-о-о. Да. Побил, все. Я лег, чтоб ты поверх меня стоял. Я в голову пытался, но что-то как-то на все. Да нормально. Еще два тут прыгают. Иди в сторону леса, потому что там зомби поменьше. Вот сюда ползком можно. Побыстренько. Так, все хорошо. Так, ну что, мой стеночек, ты где? Да вон он, сидит в елке. Вижу вас, сейчас подойду. Пойдем дальше. Пойдем. Пошли. Так, нет. Команда Браво, да. Че, ты наружу хочешь? Да. А че, нормально такое, простреливаемое помещение, ни налево, ни направо не идешь. Че тебе не нравится? Ну там зомбаки нам они не нужны. Здесь с этой стороны вообще никто не ходит. Я помню, вон ту корову, кстати, убивал и харчит как впереди на поле. Прям посреди поля. Угу. Ах, черт. Ну-ка, Джек. Ох, Джек, вон там. Ой, еще тут один. Еще один. Артур, за тобой. Не за мной. Сдэд. Ну ладно, ох, я. Как тебя Джек? Как тебя Джек прикрыл? Мастерски. Да. Тейк с адакантом была. Но у нас дофига воды, так что. Ну как сказать, дофига? Полный рост. У меня 4 этих бутылочки. Полный рост до леса. Ну да, дофига. Полный рост. Не знаю, я всегда просто, для меня эта тактика как-то, ну, нормально. Я всегда с той стороны ходил. Всегда с той стороны ходят. В этом и смысл. А ты такой непредсказуемый, типа, да? Да я всегда охочусь с этой стороны. Охотится он. Сейчас очередь тебя зомбак. Сзади зомбак. Это ты мог победить? Нет. За нами сзади целая куча зомбаков. Двое. Давай, Джек. Какой двое? Один же? А нет, второй бежит далеко. Ну, Джек, возьми на себя. Но я бы взял, но у меня лагается. О, боже. Вроде все спокойно, да? Да. Так, там сейчас будет дырка в стене, в которую мы и зайдем. Банапом. Деньги. Банапом. Тихо. Чёрт. Режим радиомолчания. Ок. Так, где дырка? Ты нарушил радиомолчание. Впереди. Смотрите, здесь в елках могут сидеть ребята. Могут. Ребята. И что будет в первую очередь? Hi, kids. Вот это ты зря. Там что-то... А, это у кого-то... Ну, никого нет. Ага. Если бы кто-то был, они бы стрелять начали. Вот мои любимые две елки. Сейчас я их проверю, парни. Лучше я продалеко побежал. Так, в нем никого нет. Рядом в елках никого нет. Слушай, стрелу надо слушать. Тут он чисто бывалый. Не, пару минут дайте. Так.
Так, я тоже под вилку залягу, пожалуй. Ага. На диспетчерской чисто, на пожарке чисто. Да, я уже тоже посмотрел. Короче, есть мнение, что вот напротив, в лесах, есть чувак, потому что зомби на него спавнится. Он там точно так же, как я, сидит в елке. Мы, конечно, можем с ним долго друг друга высматривать. Но я бы хотел, чтобы вы сейчас обошли. Слева обошли его. Да, 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 но. Вы не знаете, где он. И даже примерно. Ну, я примерно могу представить, где он. Примерно на той позиции, где ты тогда крыл Артура, когда я крыл его из елки. Может, может быть. Так, ну подожди, дайте, давайте встретимся хотя бы. Я просто... Зачем? Ты лежи на позиции. Ну заляешь. Вы поняли, да? План капкан какой вообще? План капкан, да. Слева сейчас... обойдем и со стороны казарм зайдем. Хорошо. Ну, я пока всем лишь лежеров, которые никто никогда не лутает. Только главное, нужно не забывать, что здесь, кроме него, еще 50 человек на сервере. Ну, мы вот. Старый саппорт так же побегали. Что-то у меня два кадра в секунду пошло. 17 пошло. Блин, обожаю эти сервера. Вижу бараки, которые никто не лутает никогда. Одно что русский серф. Что-то причем не тормоза, вот именно просто частота кадров упала именно. Да-да-да. Сервер приказал. Двинул кони. Так, здесь у нас сторожка. По идее, нужно бы быть потише. Но я на шифте иду. А в ней никого нет. Что, кстати, подозрительно. А что-нибудь там есть? Вот тебе что-нибудь нужно там, нет? Нет. Такой развернулся. Так я так развернулся посмотреть, есть там вообще нет. Окинул взглядом сторожку, в которую никогда не зайду. Мне, конечно, этот... Блин, печенек был бы. Печенек жесткий. Печенек жесткий. Ну, в принципе... как вот этот американский, только мне наш родной был бы ближе, приятнее. 100% там кто-то есть. Ну... Что там, какие признаки еще? А может он на вышке? Только зомби. Не, все вышки я уже посмотрел. Вообще все возможные. Ой, опять. Вот так 3-4-5 и дальше нормально. Да, бывает. Я не знаю, стоит ли это снимать. Я сейчас пока записи становлю пока. Почему? А если тебя убьют? Ну и... И убьют тебя. Вот, сразу 60 FPS, отлично. Два братана находятся сейчас рядом с ангарами. Мертвых братана, не подумайте. И они шлепают, как будто только что появились. Ага. И бараки. На бараках куча зомбаков просто ходит рядом, так и ходит рядом. Так что за соя был убит. Не знаю. Прежде чем пойти в бараки, сто раз подумайте. Потому что я там. Полно разбежишь. Я вам говорю, там кто-то есть. Все нормально, Джек Шепард. Не, я спрашиваю просто, может опять лагает. Так, ребята, я нашел какого-то мэна 267 метров от меня. Только что хитбокс взят, я его, ну, колесиком спалил, поняли? Начал крутить колесиком. Угу. Как будто в елке, как будто снайпер в елке. Но он рядом с... он на моей стороне. Не напротив. Твоей. Да, не напротив. Чай. Сразу же пропал, но я схожу в ту сторону. Только аккуратнее. Так, я 911 беру сразу. С баратами там не воюю. Джек Шепард, иди вперед, дальше уж. Да я думаю, ты и так всю эту дорогу прекрасно без меня знаешь. Просто надоело, что меня первым убивают. Хочешь дать мне шанс? Нет, ну просто ты же у нас более глазастый. Да. Ну, ты более живуч. Сколько ты уже живешь? А я все время иду проверять. Я все время как-то по глупости умираю. Это что за 3 смайлика? 4 в линию. Ты о чем? Ну если на поле сейчас направо посмотри, там 4 смайлика. Джек Шепард, ты куда меня завел? Бежим, пока нормально.
Ты понимаешь, что мы по полю пересекаем Альфа? Я понимаю, да, я все просматриваю. Ты просто не можешь все просматривать. Сюда никому вообще нет смысла смотреть. Это во-первых. Ну ладно, раз ты уверен. Главное, чтобы ты был уверен. Сидят, да. Так, я сейчас добегу до леса, если доживу, и там попью водички, потому что у меня мигает уже достаточно давно. Окей. Что-то зомби тут полно. Прям такое ощущение, что... Ну да. И людей здесь полно. Вот именно такое ощущение. Хорош. Так, я пришлепал в эти елки, где мне почудилось. Так, все, надо быть крайне аккуратным. Столба к столбу. Он может быть в лесу, левее. Давай-ка вот этот вот лесок обойдем. Вернее, эту полянку. Да-да-да. Я по полянке не хочу бежать. Ну, ладно. Я не говорю, что ты только что по полянке бежал. Я не бежал. Бежал. Лаги. Бежал. Не было меня на полянке. Я говорю тебе про полосу взлетную. А, ну там да, бежал. Там да. Я думал прям сейчас. Я уже откинулся так на спинку кресла и почти лежу в нем. Ты убьешь нас обоих. Убьешь. Так, ну я почекал эти елки, которые показались мне подозрительными, и убедился в своей прогрессирующей паранойи. Скажем так. Нормально, отлично, нормально. Паранойя – хорошее качество в человеке. Пусть будет. Так. Видишь, какие параноики и психи, что тебя поддерживают в этом. Сейчас я вернусь к основному, так сказать. Так, ну что, подходим. Подходим. Сейчас спою. Ну, в принципе, я думаю, у нас еще стрела сможет отличить от врагов прицел, если будет смотреть. Артур с чешским бэкпаком, а я с ПП-19. По зубам опознают потом. Зомбаки сагрались, бегут на кого-то. Не на нас. Точно? В сторону казарм или в сторону... Точно не на нас. Ангары. Ангары выжившие. В ангары. Два ангара, выжившие, неизвестные, 446 метров. Я к елочке подошел. Да, тихо. Стреляют там, Два ангара, знаете, два ангара? Да. Я перехожу на более удобную позицию. Слева от нас стреляют. Не слева, а прямо по курсу. Вот заяц бежит. Сейчас будем знакомиться. Движения не вижу. Ангар. Он в первом ангаре сидит. Да, отлично. Я думаю, нет смысла нам забегать туда, чистить его, потому что могут быть другие. Ну, если мы его не будем чистить, то он не умрет, я думаю, тогда никак. Не, я говорю, что прямо сейчас, чтобы встали и побежали туда. Не, ну так-то, конечно, нет. Либо сейчас я запульну тютелька в тютельку, либо вам придется его потом гнать. Если ты в него запульнешь, то он врет сюда сунется. Я могу запульнуть без фрапса и попасть, или с фрапсом, но... Так, надо, кстати, да, снимать начать, наверное. Или нет? Стреляет еще там. Блин, тут елок слишком много. Да, и слишком много травы вот это вот. О, он во втором, оказывается, ангаре, ребят, не в первом. Угу. А я с первого слышу выстрелы. Ну, а для вас он первый, для меня второй. Поняли? Так, здесь надо быть аккуратнее. Бег вырубаем. Да. Что вырубаем? Бег. Больше не бегаем. Да, там зомби шляпает на ангаре. Есть мнение, что этот мудак сделал релок. Но я не видел надпись. Вроде. Только что стрелял же. Ты его потерял? Ну, в ангаре он. Ему некуда деться. Да и смысл делать релок. Те, кто делает релок, они даже не стреляют изначально. Просто сразу выходят.
Просто там может... Так, я еще больше переползаю. Между амбарами ничего не вижу. Ангарами. Блин, 60 какая-то серия, и я все еще путаю. Так, знаешь, у меня, Артур, какая идея? Какая? Попробовать перебежать вот к... в лесочек между двумя ангарами. Безумец. И потом по команде... Тебя услышат, пока ты будешь бежать по асфальту? Не, не бежать, а в смысле вот так. Там столько зомби ходит, что вы нагреть, я думаю, если будете бежать. Понятно. Просто потом бы на счет три забежали, я в один ангар, ты в другой. И почистили бы. А если увидишь его, вот сейчас он убегает, если он нас не видит, дай ему поближе подойти, чтобы наверняка бить. Я переползаю. Куда переползаешь? На более удобную позицию. Угу. Так, они нагрелись, я слышу. Ну, они тут целой кучей появляются рядом с правым ангаром от нас и просто идут пешком. Ты просматриваешь? Сбежает он внутри там. Я меняю позицию. Он там стреляет, да. Он внутри первого ангара. Первого? Джек. Ближнего к нам. Для него второго, который ближе к... Вон они падают, да. Который северный? Да. Понял. Можешь шугануть? Нет. Который вот туда в толпу зомби гранату кинуть. Нет. Ну, да я шучу, нормально. Вышки. Я не стал бы этого делать. Диспетчерской вышки, которая ближе. Который, нет, он который дальше. Он который дальше. Дальше, он в котором дальше, Артур. Рядом с зданием зеленым большим. Которое самое крайнее. Все, позиция сменена, и она шикарна. Давай, вон там, я вижу валяющего зомби. Если он пойдет в мою сторону, я его сразу снимаю просто. Он с базара. Ну, все, да. О, зомби упал. Он выходит, нет? Со своей стороны не вижу. По-моему, зомби выходит. Исчезли. Либо он сдох, либо релок. Нет, стреляет. Видел, зомби исчезли? Нет. Он внутри стреляет. Он стреляет. Они снова резнулись. Слушайте, а он из М16 стреляет. Да, я слышу там выстрелы. Да. И мне нужно отдышаться, и я начну, наверное, бить. Бей. Вижу его. Он, мне кажется, пойдет в мою сторону. Ребят, я его вижу, там сколько? 418 метров. Да подожди, не надо пока. Надо. Я убил. Я упал по нему с барда. И ничего нет. Зайдите, добейте быстро в ангар. Лежи. Нет, ничего. Черт, я пошел. Давай, я пошел. Ну я его вижу, лежит, зайдите. Все, он ушел под землю. Ну я бегу, блин, уже. Беги. Поли только что он ушел под землю. Зашел. Ты из ворибут ушел? О, вижу, кто-то из вас бежит, да? Это я. Это Джек Шепард. Тут куча мертвых зомби, его нет. Он ушел под землю у меня на глазах. Ну ладно, ушел. Он тут их перебил. 17 магазин можно взять. Он выдержал пулю с Барретта. Ой, простите. Запарил. Запарил уже на самом деле. Как? На излете, видимо, была. Какой же он жесткий. Там еще какой-то автомат лежит. На излете на 400 метрах. О, баночка с едой. Так, ну ладно, спокойно все, да? Да, теперь-то уж точно. В Багдаде. Надо было добить, наверное, да? Да ладно, зачем? У нас нет прям такой дикой цели как-то там с ним разбираться. Почему? Просто ну не дикая цель, а просто навести убить. Порядок. Я подбегаю к ангару, сейчас на меня зомби наглится. АКМ здесь лежит. Ты к моему или к другому? К твоему. Справа, слева, не знаю. Я просто сразу бы снял, здесь АКМ лежит. Сзади тебя. Я хочу посмотреть, что здесь есть. Да, собственно... Да здесь ничего хорошего нет. Вы в ангаре, да там потом покажем. Да, мы вдвоем. Два мэна. Я хочу велосипед еще один найти. Смотрите, он сейчас может появиться и будет себя чувствовать вообще идеально. Ну, как идеально? Он будет себя чувствовать при смерти. Не, ну просто так, вы можете не заметить. Тут зомби один. Я знаю. Я пошел к казарме. Так, тихо, мэн. Мэн 338 метров. Так. Где? А...
Надо... Его тут нет. Бред какой-то. Мне подсвечивает мэна, как офицера в шляпе. Зомби. На самом деле, это такого быть не должно. Так, я снял одного. Мне там... Подожди, вот это вниз. Чё, он бежал и просто упал в костюме. 393 метра тоже мэн какой-то, господи, что-то слишком много мэнов. Походу, это зомби. Хорошо сделали насчет того, что... Так, оказался. Еще зомби сбегает, по-моему. А насчет того, давай что теперь не так сильно кровь пускает. Бомбар. Ангарчик. Подожди, я же вообще провтыкал, это не то место, где я думал. Простите меня. У нас вон там, вон еще. Блин, это вообще далеко от того места, которое я считал. Ну ладно. Ну блин, 7-й час или 8-й уже нормально. Да. Да уже 9-й пошел, по-моему. Возможно. Тут чисто. Ох, так, ладно. Пойдем дальше, казарма. Патрон для М1911 и водичка. И ты у меня залагал уже. А нет, разлагал. Да. Че, давай выходим обратно в лес. Ну, у нас не получится просто так, там зомби куча. Так, ну, ребятушки, раз этот парень умер, я пошел тоже передвигаться, чтобы удобнее бараки просматривать. Ок. Давай. Я уже эти леса облюбовал просто. Давай, мы пока вот здесь застрянем, не будем заходить туда ближе к баракам. Да нет, я там посмотрел, я думаю, вы можете немножко двигаться потихонечку. Потихонечку только. Ничего с вами не случится. Так, вот уже, собственно, казарма сама по себе. Нашли? Вы уже рядом? Да. Блин, ну тогда... Мы на твоей позиции, когда ты Артур открыл, почти. Понял. И вроде бы все спокойно. Никогда нельзя быть уверенным наверняка. Поэтому мы говорим вроде бы. Не, многие просто потом пишут после серии: вот, вы там крадетесь, там никого нет, это же очевидно. Это железо, да. Это Call of Duty. Я просто лично здесь сидел с голимой снайперкой и ждал добычу около 6 часов, чтобы переодеться. Тише травы. Ниже травы, тише воды. Едва. Мы проползаем нормально. Ну сейчас на самом деле риск больше получить трендюлей у меня. Я ж тут с бар это зашиваю. Нет, по-моему, я должен в конце серии умереть. Ну, это по традиции. Традиции должны нарушаться. Нам бы для вертолета какую-нибудь запчасть найти. Зачем? В идеале. И где ты ее будешь носить? Да, господи, запчасть найти. Из пошлости только. Нефиг делать. А вот сам вертолет. Полупустой. У тебя какой? Элиспак, да? Да. Тот-то у меня. Эх. Открывайся. Ой, пусто. Кто-то недавно был похож. А нет, лута полно. Пусто. Пустые банки. Так, на позиции. Проверяем маскировочку. МК вроде бы лежит, еще одна МК. Маскировочка пойдет. Там какая-то хрень. О, вот это офигенная МК. М4. Ну, с этим, с АКОГом. Mm-hmm. Нет, не с АКОГом, а... С ССО? Ну, вы поняли, да. М16, два здесь лежит. ССО. ССО. Вот тут что-то лежит, но я не знаю, что это. G17 магазин 2. Блин, у меня столько магазинов для G17. Хорошо. G17 сам есть? Да, я с ним бегаю уже, блин, Артур. Две серии как, ну вот уже третий. Ну ладно. Так и быть. У меня сегодня Макаров. Че, будешь брать этот? Нет. У меня а, у тебя этот, да. Ладно. Ну я бы мог рюкзак взять. Две серии, блин, а? Да. Ваши бараки настолько сильно облюбовали зомби, что мне даже страшно.
Я на выход думаю, Артур выйдет, а он назад прятится. И сидим потом. Нет, уж позвольте. Нет, нет, вы уж позвольте. Нет, нет, вы позвольте. Съеда. Сейчас зайдем в этот цех, там этот амбар какой-то, ангар. Ангар. Вы в цех пойдете? Да. Ты меня понимаешь, да, сейчас? Ага. Вот, вот. Но это зайдем... если вы в цех, то мне тогда еще дальше надо переходить. Мы зайдем в цех, с него пойдем в пожарку, с пожарки в диспетчерскую. Понял, я тогда вообще перемещаюсь на взлетку назад. Короче, полная экскурсия по этому аэродрому. Да. Вдоль и поперек разъездили. Кстати, посматриваю, тот паренек может. Я уже не вижу, все, сами посматривайте. Нет, в смысле вообще по сторонам. Я взял М-ку. По сторонам я сейчас смотрю всегда. М-ку взял? Да. В рюкзак? Да. Молодцы. Станаги взял. Вот сейчас бы те 20 штук станагов. Вот сейчас бы подогнать УАЗик капотом в барак и вынести все станаги в него. Точно. Вот тогда безбедно жить. Кто дверь закрыл мне? Я нажал open door. Ну да. Отступай. Туман еще немножко напрягает меня. Дохни! Прям в тело. А, он меня задел. Бубоська? Да, 10 стон. Здесь обычный М16 еще. Пожарки... Орёт и бежит все равно. На пожарке нет зомби. И на радиовышке точно так же их нет. Это не так важно. Почему? Просто нам нужно... Смотри, что делают. Прям тут резают. Нет, это значит, не значит, что там никого нет, а значит, что именно там никого нет. А снайпер может быть там же, где и я, например. И мы сидим друг друга под боком и не чувствуем друг друга. Но я вот сейчас прохожу, каждую елку просматриваю, проглядываю. Ага. Айс. Всех убивать не обязательно. Я не всех убиваю, только те, которые могли нас видеть. Только те, которые живы. Возьми он Джек Дэниелс, это страшное оружие. Смотрел короткометражку про... Блин, они по факту не живы. Про этого карателя. А, нет, я видел у тебя ссылку. Все, на нас согрелись, побежали куда-нибудь. Побежали в ангар. Я слышу выстрелы. Где-то справа от нас. Пожалуйста, ван точнее. Ван умер. В ангар. В ангаре мы в безопасности. Не чувствую. Взлетная полоса чиста, как задница младенца. Взлетная полоса, не взлетная. Ближе к пожарке. Где-то там я слышал. Примерно я как, не слышал. Как мое оружие возможно было. Джек. Точно, да? Я услышал. Звуки как будто бы как с моего оружия бывает. Ну, с СД, короче. Они могут быть за заводом вот таким, видите, двухэтажным. Но вот мы на нем. И вот я вот не могу увидеть их за ним, потому что он не мешает. Киллерс. Вся я пожарка. Я подобрал себе еще одну коробку патронов. Все правильно, я бы тоже так сделал. Тулбокс там он лежит. О, пришел зомби. Привет. Давай я задницу вкрою твою. Как дела? А теперь мы закроем дверь и будем делать с тобой плохие вещи. Пошляк. Или что пошло? Отлично. Вы просто достаточно хорошо знаю тебя, чтобы говорить, что ты пошляк. Так, уже 400 метров. Да как вышел? Бел. На пожарке чисто вроде бы. Шестрил, просматриваешь пожарку? Пожарка пуста. Сейчас забегаем в пожарку и там отстреливаем всех. У тебя патронов еще много? Два трупа зомби рядом с гаражом таким небольшим. Это ваши? Рванули, короче. Да-да-да. Хорошо. Кабан идет такой. Медленно так идет. Чего тут делает? Зомбаков наспаунилось куча на заводе. Ну, это наши проказы. Я это за нами, да. Мы в пожарку заходим. Вот тут я первый раз уже чепорт убил. Не-не-не, еще заходим. Нет, ну, в смысле, мы, да, на подходе. Я еще успеваю досматриваться, если тут какие-нибудь запчасти интересные. Я так понял, вы заходите не со стороны взлетки, а с задней, да? Да-да-да-да. Ну, я вот не вижу. А вон, вижу, бежит, да. А там зомби рядом с вами, кстати. У кого-то кровь течет. Да-да-да, что? Кровь течет у кого-то? Нет. Ну, тут мышь, как обычно. Блин, дверь закрыта. Здесь... Ну, откроется.
Надо это сделать еще. Все, отлично. Ман. Так, теперь закрываем двери и чистим. Так, я пошел еще дальше. Так, Джек Шепард. Да блин, не те. Джек Шепард, они близко с тобой сзади. Я вижу. Три штуки всего. Первый. Мимо. И пошел. Так, все хорошо. Посмотрим, что у нас здесь. Поднимайся на второй этаж. Нет, давай. Ты там только наверх смотри сразу. С видом от первого лица. Меня много раз там убивали. Я, пожалуй, себе возьму G17. 17 берешь. Ладно. Потому что у него есть фонарик. Да, только из-за этого. Тут пусто. Ты на четвертом? Я на самом верхнем. Ну, тебя кровь вся хлещет. Да, я ж видел. Ну, диспетчерскую там все отлично. Там так просто... жутко это выглядит, с потолка кровь хлещет ручьями. И ты так думаешь, подняться туда или нет, да? Да. Если нужны эти магазины будут, так скажи. Ну ладно. Ладно, хорошо. Без проблем. Окей. И тут Макар такой с кучей. Ну что? Что, мы идем в диспетчерскую? Диспетчерская осталась, да. И на этом наш здесь приключение закончится. Бедный рейд заканчивается. Количество убитых тел одно. Тактика стандартная, погнали. Ой. Погнали и лег. Окей. Погнали, отстреливаем. Русские сервера особой жестокостью нас не порадовали. Да. Хотя мы именно и ездили домой. Ой-ой-ой. Обходим, обходим. Я застрял в кустах. Зомби. А что зомби не застревают? Давай поднимайся скорее по лесенке. Я их задержу. А, это Блэк. А это Джек. Два психа назад. Поднялся? Я поднимаюсь потихоньку. Вы бы еще по лестнице рядом подняли. Застрелял. Я-я. Здесь калаш лежит. В принципе, в этот раз густо у нас, но ничего не нужно. Ну что, все есть. Угу. Да, Бизон мне понравился. У него, блин, так патронов много в магазине. Это просто жесть. Он классный. Классный, классный. Лайт. Ну-ка, что внизу? Васек, воскил. Он мне персонаж стал ползти, как будто бы у него нет оружия в руках. Да-да-да, та же самая фигня была. Пришлось встать, нажать два раза Ctrl и сесть. О, пришел коп. Мы не варим трав. Снизу к тебе идут. Так, да. Ну что, господа товарищи. Как они прошли? О, фляжка есть, можно забрать. Сейчас выходим. Нам нужно где-то состыковаться. Артур, у тебя есть место на фляжку? Возьми, потом наполним. Я сваливаю со снайперского спота. Выбирайте место. Знаешь, за этим, за аэропортом есть такой ангар, одинокий стоит. Где-то, 17 наверное, с магазинами, Артур. Три магазина именно. Внизу под лесенкой. Как насчет со стороны кабанина в лесочке? Вы сейчас за ангарами там пройдете, и там будет такое... Я тебе скажу место, где мы обычно встречаемся. В общем, карту открой. Да, открыл. У меня ее нет. Напротив. Ну, супер, да. Короче, вот за этими, за амбарами, где мы были, где были казармы, вот как бы за них, если зайти, там из лесочка выйти, там будет ангар стоять длинный, то вот как бы на краю леса, смотря на этот ангар, мы встречаемся. Объяснил, да? Это объяснение называется. По-моему, это называется запутать человека. Короче говоря... Шустрил. Наши ходи... безопасные казармы. Заходи, да, за пожарку. Окей, понял. За пожаркой лес. Вот туда заходи. Мы тут, думаешь, выйдем? Нет. Ну, выйдем, а что не выйдем? А что зайти не могли? Зайти это другое дело. А вот выйти уже другое. Тут бандаж. А я встал. Ты молодец. Суки. Это вы зомби. Опа. Че, может, в ангарчике во все пробежим, посмотрим, что. Мало ли патроны. Ну, давай. Совсем страшно. В ангар не заходите, не надо.
В один зайду. Артур, ты где? Ты в пожарке? Нет. Я в пожарке. Заходи. Понятно. Сзади. Захожу в пожар. Я хочу грену кинуть. А, ну да, супер, кину. Отходи тогда назад, я кидаю и выходим. Давай. Готовься, выбегай. Ой, с той стороны. Получай, сволочь. Бегаем. Я убежал. Блин, Джек Шепер, спасай меня. У меня запер зомби, я не мог выйти. Кость сломана? Да, у меня 6500 шустрило, спасай нас. Нет, нет. Мы у пожарки лежим. Мертвые. Все, мы сейчас сдохнем. Я же должен был умереть в конце серии. Конец был предсказуем. 5600 у меня. Давай быстрее. Гранату он кинул внутри. Не, я к вам не успею никак. Не успею. 5500. Я даже пытаться, это понятно. Джек Шепард, короче, ты помрешь, я-то еще выживу. Я сейчас себя приду, у меня кость не сломана. Но у меня кровь течет, конечно, я истекаю. В меня кровь залей. У меня в рюкзаке кровь лежит. Ты умрешь уже. Все. Да ты успеешь, давай, 5000 у меня. 100. Ну, я вообще-то еще лежу без сознания, даже до половины не дошло. Я бегу прямо по полю. Если вдруг со мной что-то случится, это будет на твоей совести. Да не беги ты, нафиг это нужно. Иногда и Джеку Шепарду надо умирать, а то он уже сколько у нас. Я не хочу умирать, у меня столько всякого вкусняшного. Зачем ему умирать? Я тоже не понимаю, надо его спасти как-то. Автоматы и прочее. Спасай. Как Артур, блин, при смерти. А, давайте вытащим Артура, давайте машину пригоним. У него 10 здоровья, давайте вытащим его, побежим, блин, быстрее, там, бинты возьмем. Джек Шепард взорвал нас гранатой. Я кинул гранату, сказал, готовься выбегать. Ты говоришь, да, я готов. Ты вообще не понимал, что там с заднего входа сейчас будут зомби, они перекроют нам. Джек, где именно ты лежишь? В руках. Прострелил, он упал. Джек, место. У задней двери, 3900. Половина. Ты скоро себя придешь? 3800, еще половина этого, значит. Тебя зомби едят? Нет. Нет, не едят. Может быть, я и успею. Он, по-моему, всех зомби выпал. 3600. У меня пинта, кстати, может быть, нету, прикинь. У меня в рюкзаке возьми, там пакет крови есть. Перелей мне просто кровь, чтобы эта хрень прошла, у меня здоровье. Измените тон, молодой человек. Спасай меня! Давай, давай. Я бегу, а Артур не может там, что ли, ничего не сделать? Я сейчас встану, перевяжусь и посмотрю, да, что там дальше. Тебя перевяжут и будет смотреть на мой труп. Супер. Давай, вставай. Вот если на меня сейчас посмотрят люди, не ругайтесь на меня. Это, это не моя, это не моя вина, то, чем я сейчас занимаюсь. Так. Ну чё, где ты там? Кто-то пришел. Я не могу тебя перевязать. Почему я не могу тебя перевязать? Артур, сможешь убить зомби? Я его быстро перевяжу. Кровь больше. Но если я выстрелю, то... Крови больше не идет. А, свернулась? 2740. 2470. Вот так. Ничего, извиняюсь, что ходит. Кровь мне перелей, Артур, у меня в респаке лежит. Я тебе переливаю, да. Спасибо. Так, я я в пожарке. Есть. Я вижу там лежачий. Горизонтальный, Все, я лежу. Кость у кого-то сломалась, что ли? Я слышал выстрел, но, видимо, это... У кого-то еще кровь есть? О, зомби. Здрасте. Так, здрасте. Короче говоря, пошли туда, дальше разберемся там. Да подожди, у меня кость сломана, куда пошли-то? У тебя морфина нет? Тейк морфин, ну его надо принять. Ой. Серф опять влаги, походу. Ребят, да нет никакого влаги, все нормально. Джек! Не убейте меня еще раз. Побегал, побегал, бегал. Попрыгал, побил, упал, зомби, интересно. А интересно, сколько я зомби убил с этой? Ну тейк морфин, че он, блин? Че кость не лечится? Ты бы залез в помещение. Выстрелы свистят. Так, Джек Шепард, гранату больше не даем. Ни в какую. У меня еще одна, по-моему, осталась. Рещи! Выкинь. Куда я хочу эти ангары проверить? Так, я пошел. Какие нафиг ангары? Все, выходим. На эти, на патроны. Для эмки. У кого кровь еще есть? У меня 2 пакета. Ну, потом, если что, перейдешь. Сейчас забьем, да. Идем тут. Вон, смотри, под забором наша цель. Я не очень хорошо все вижу. В общем, вот, да, под забором. Так, тут все чисто. Все, и уходим лесами.
Только весь раз не вставать, а там зомби. Ну мы как раз идем туда, куда мы тебе говорили. Я понял, я примерно так и представлял. Mm-hmm. Так, тормозите, кровь заливаю, значит. Обоим, да? Нет, он нет, у меня пол. Я ему перелил уже. А, окей. Иди сюда. Это... А, вижу. Иди сюда. Дай человеку крови. Помните, я говорил, что я хотел сходить за йогуртом 3 часа назад? Да, было дело. Так вот, я не смогу за ним сходить. У нас, например, уже, я думаю, магазин закрыт, потому что времени сейчас... Ну, во-первых, мы 50 минут снимаем, а во-вторых, времени час ночи почти. Подожди, ладно, короче говоря, в этой серии мы были достаточно упороты, но... Это было на 9-м часу наших попыток записать. И это вылилось из Джек Шон, который я Джек прошу Шепард, прощения у Артура. Гранаты я тебе больше не дам. Никогда сам себе ищи гранаты. Но в целом было достаточно весело. И в целом командная работа практически всю серию, кроме конца, была неплохая. Да. Ну и в конце Шустрела прибежал спасать меня. Командно, через поле. Командно, через поле. Махаю всем снайперам. Своей задницей голой. Там не было снайперов. Так, вот, давайте я бегу, давай мы уже останавливаемся. Да, давайте останавливаться и увидимся в понедельник в следующих сериях. Надеюсь, следующая серия у нас запишется куда большей легкостью. И надеемся, что мы найдем велосипед и вообще все на свете. Да мы уже находили сегодня велосипед. Но нас его забрали. Ну, короче говоря, увидимся через несколько дней. Попрощайтесь, коллеги. Всем пока. Всем пока. Ты молодец. Между нами двумя выставили. Я нажал на кнопку какую-то shift правый. Я хотел сесть как Джек, то есть нажать кнопку E, нажал, и он пальнул. Я, по-моему, стал заикой, описывался и. Я извиняюсь. Короче, ладно, пока.